Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале GadgetX. Компания Blackview представила два неубиваемых смартфона. Это BV9500 и BV9500 Pro. Оба изготовлены по стандартам повышенной защиты IP69K и военным требованиям прочности. Они защищены от пыли, длительного погружения в воду, выдерживают высокую температуру и давление. Им не страшны падения с высоты до 1,8 метра. По заверениям производителя, благодаря энергоэффективному процессору и встроенному аккумулятору на 10 000 мАч, одной зарядки хватит на 9 дней автономной работы. А вот Pro версию можно использовать в качестве рации. Это будет полезно в походе или в местах с плохой связью. Новинки уже доступны для предзаказа с разницей в цене в 100 баксов. Они имеют схожие характеристики. Оснащены они 5,7-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением 2160 на 1080 пикселей, соотношение сторон 18 к 9. Прикрыты закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3-го поколения. В качестве процессора выступает 8-ядерный чипсет MediaTek MT6763T с максимальной тактовой частотой 2,5 ГГц. Задняя камера двойная, с основным 16-мегапиксельным модулем Sony и вспомогательным сенсором для съемки в портретном режиме. Аккумулятор емкостью 10 000 мАч поддерживает функцию быстрой зарядки мощностью 12 вольт 2 ампера. Они также оснащены NFC-модулем для бесконтактных платежей. Работают аппараты под управлением Android 8.1 Rail. Разница между обычной и Pro версией в объеме оперативной и встроенной памяти. Это 4 плюс 64 в обычной версии и 6 плюс 128 гигабайт у Pro версии. Еще одно важное отличие – возможность использования Pro версию в качестве рации, работающей в диапазоне 400-470 МГц. Для этого смартфон оснащен небольшой антенной. С его помощью можно поддерживать связь на расстоянии до 10 км на открытой местности, до 5 км в городе и до 2 км во время движения в автомобиле. Данная функция может быть полезна строителям. Сигнал пробивает до 30 этажей, участникам экспедиции или простым туристам, оставшимся без традиционной мобильной связи. Оба смартфона уже доступны для предзаказа. Спасибо за просмотр, дорогие зрители канала GadgetX. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. До новых выпусков!